Kings News. Добрый день, уважаемые слушатели. Радио Болтком, 93.9, Олег Пеков в студии. И начинается программа, посвященная изменениям климата и вообще тому, что нас ожидает в ближайшем будущем. В студии журналист и специалист в этих вопросах Константин Дрангс. Добрый день. Ну что, выглянуло солнышко, вроде бы погода переменилась. С чем это связывают ученые? То есть, какие тут закрутились вихри, в какую сторону, что наконец-то дожди закончились? Ну, тут надо сказать, что, конечно, если говорить о погоде, да, то она сейчас обусловлена такими двумя процессами. Мы находимся в зоне действия циклона, который подсасывает теплый воздух сейчас с южной части Европы. И вообще надо заметить, что южнее нас температуры аномально высокие для ноября. А вот севернее, всего 350 километров к северу, это широта Хельсинки, Петербурга, там уже как раз холодновато, потому что там начинается действие целых двух мощных антициклонов, которые засасывают холодный воздух Арктики. И вот представьте себе, что в Питере, в Хельсинки сейчас уже плюс один, вот, и там ожидаются в ближайшие дни мокрый снег. А чуть севернее, например, в той же Финляндии, примерно 150 километров к северу, снег уже выпал, и там температура минусовая, а в Лапландии вообще минус 20. А что тут до Лапландии, как говорится, рукой подать? Поэтому вот такая ситуация, она, судя по всему, в ближайшие 5-6 дней сохранится. Нам повезло, что мы между этими двумя циклонами. Да, да, это то, мы находимся в такой зоне переменной. У нас будут редкие и слабенькие дождики. У нас не будет, как говорится, сильных морозов, но где-то вот считается, что около 5-6 градусов тепла днем у нас будет стабильно, может быть, даже и до 9. Но не больше, но с другой стороны, и морозов тоже не ожидается. Но вот буквально вчера здесь был писатель в этой студии Андрей Геласимов, автор романа «Холод». Mm-hmm. И он, кстати, ну, вспоминал о том, что его детские впечатления связаны с... Он, как раз-таки с северных районов России, на востоке России живет, ну, родился там. Mm-hmm. И вот он как раз говорит о том, что ощущение холода – это просто. Ну, то есть люди живут, например, в северных районах, там, где зимой вообще солнце выглядывает, но светло час-полтора. То есть они привыкают жить в темноте. Более того, минус 40 градусов достигает вот зимой температура, и просто выйти на улицу и, скажем, ну, куда-то за пределы города, это равносильно смерти, потому что можно в два счета потеряться, заблудиться, то есть лучше за пределы вот, ну, каких-то зоны обитания не выходить, потому что это связано с риском для жизни. То есть вот такие... Совершенно верно. В его роман-то, собственно говоря, «Холод», кстати, весьма популярный в тех же самых Соединенных Штатах, насколько я знаю, там он в Амазоне очень хорошо. Он обошел Стивена Кинга. Да, даже. Он отбошел Стивена Кинга. Но самое интересное, там ситуация в городе, где температура минус 50, и при этом выключилось электричество и отопление. И это, кстати, очень тоже интересная вещь, потому что в пустыне, например, какая ни была бы жаркая пустыня, например, та же самая Долина Смерти, но оказавшись в тени, ты за 10 минут не умрешь. А вот, допустим, в той же самой Якутии, да не только, в Сибири, да, вот при минус 50, уже через 10 минут у тебя уже начинается закат сознания, потому что человек просто элементарно превращается в ледышку. И Геласимов, кстати, в конце своего романа, он как раз и описывает вот это вот странное состояние замерзающего человека. Но я хочу сказать, что ведь вот эти вот все эти вот процессы, да, они как раз и подталкивают интерес общественности, интерес людей ко всевозможным явлениям, которые происходят. И вот самое такое яркое явление, климатическое, экологическое, которое прошло вот после нашей последней встречи, да, за неделю, это суперсмог в Дели.
столице Индии. Ну, там вообще такой суперсмог был, что где-то в самое тяжелое время видимость была, ну, где-то 50 метров. Все. Дальше не было видно ничего. Люди задыхались. Вот просто элементарно. И, конечно, были всякие, придумывались идеи о том, что разрешать въезжать в город машинам только с четными номерами автомобильными, в другой день с нечетными. Но, в общем-то, очень быстро стало ясно, что дело абсолютно не в автомобиле. Да. Вот. А в том, что там окрестные фермеры активно стали сжигать так называемую стерню, то есть то, что остается на поле после уборки зерновых культур. Вот этот весь этот мусор, кстати, по данным, которые приводила BBC, в тех краях собирается примерно 23 миллиона тонн органических вот этих отходов, которые местные жители просто-напросто поджигают. Но в этом году так сложилась роза ветров. Ветра, во-первых, слабые были, во-вторых, они были, так скажем, направлены в направлении города Дели, что, собственно говоря, именно этот мегаполис получил по полной весь удар, вот весь этот дым. А это же не только углекислый газ. Это самая главная опасность – это мельчайшие частицы, которые проникают через легкие в кровь, которые травят нас, по большому счету. А нельзя было каким-то… Ну, все-таки я понимаю, что в Индии достаточно суровые законы, ну, то есть достаточно строго правительство могло бы, не знаю, при помощи армии регулировать этот процесс сжигания, то есть ну, просто запретить и строго карать тех, кто будет обходить закон. Ну, вот сегодня утром Евроньюз сообщила, что 80 фермеров были арестованы за вот эти вот массовые поджоги. Но надо заметить, что там же как раз страна-то Индия – это страна федеративная, каждый штат в известной мере автономен, и там, как говорится, не все так легко решается. Интересно другое, что вот эта цифра – 23 миллиона тонн, грубо говоря, сгоревшего сена и соломы, вот этой стерни, это совершенно огромная цифра. Если обратиться к справочникам, открытыми совершенно, то, например, вот как наша вот Валс Межи, да, публикует на своем сайте, что один кубометр древесины, вот, это фактически тонна углекислого газа, когда он растет. Кубометр имеет массу, ну, где-то, ну, меньше, ну, около полутонны, чуть больше, чуть меньше, да? То есть, получается очень интересная вещь. Когда же это сгорает, вещество, то этот углекислый газ, который деревья использовали для своего строительства, а они же берут воду из грунта, углекислый газ из атмосферы, и под действием света превращают это в целлюлозу в процессе фотосинтеза. Так вот, что интересно, получается, что где-то вот по разным тоже данным, это же несколько десятков миллионов тонн углекислого газа выходит в атмосферу в результате сгорания вот всего вот этого мусора, там не только вот эта стерня. А дальше возникает вопрос, а с чем это можно сравнить? А сравнить можно с годовыми выбросами таких стран, как, например, страны Балтии, вместе, купно. То есть, условно говоря, не сжигайте солому в Индии, вот эту стерню, и, собственно говоря, все выбросы углекислые стран Балтии можно уже не учитывать. Ну, вот такой вот подход, да? А ведь если бы одна Индия, а там же только это разговор-то такой, о нескольких штатах идет, да, в Индии, то есть если бы не только Индия, а ведь это Индонезия, Центральная Африка, Латинская Америка, все жгут. И вот тут возникает серьезный вопрос о том, собственно говоря, а какая доля разных стран вот в этом выбросе? Потому что нас все время попрекают, там, простите, чуть ли не там холодильником, там какими-то, ну, я не знаю, какими-то вещами, которые, может быть, несопоставимы с объемами, которые индусы-то нам подбрасывают. Ну, они не только индусы, например, массовое сжигание вот этих вот сухих листьев,
листьев, всего растительного мусора. Например, в той же Индонезии ведь есть спутниковые фотографии, есть специальный спутник, который американский, который летал и делал замеры. И, что называется, глаза на лоб лезут. Это отдельная тема о том, что где что. Вот. Но интересно, что где-то вот весной этого года, опять же, вот я смотрел, финны задались вопросом, а, собственно говоря, если пересчитать на душу населения, кто больше всех, так скажем, выбрасывает? Угу. О, да. Вот. И вот тут это совершенно открытая информация, можно в Википедию зайти, не нравится Википедия, можно взять какие-нибудь другие энциклопедии, неважно, важно другое. Самыми лидерами являются мелкие нефтедобывающие страны. Вот, например, Катар. 40 тонн углекислого газа на душу населения в год. Выброс. Конечно, в абсолютном величине это мелочи. А если на душу населения почитать, то много. Самая загрязняющая атмосферу европейская страна – это Люксембург. 20 тонн углекислого газа на душу населения. Другое дело, что какая там душа в Люксембурге. Да? Вот. Но тем не менее. США, которые считаются лидерами вместе с Китаем по выбросам углекислого газа вообще, но на душу населения всего 17 тонн углекислого газа, а в странах Балтии, самые вообще в нашем регионе, самое загрязняющее – это Эстония. 14 тонн углекислого газа в год на душу населения. Больше, чем Россия. Больше? В России, которая Эстония находится на 19 месте, а Россия на 21-м, со своими 12 тоннами на душу населения. Конечно, население больше, да, а с другой стороны, вот Финляндия тоже недалеко ушла от России, 11,5. Вот. А Китай, который, вот как бы все говорят, мировой лидер, так у него в пересчете на эту самую душу вообще 6. Ну, там вот. Душ-то сколько. Самое интересное, где в этой всей системе, на каком месте находится Латвия? На 101-м 3,4 тонны. А, то есть мы, в принципе, можем служить образцом. Мы в 4 раза меньше, чем Эстония на душу населения выбрасывает. По сравнению с Катаром-то. А я про остальных не говорю. Возникает вопрос, кстати, те же финны тоже задались вопросом, как такое может быть? А все очень просто. В Эстонии, например, существуют электростанции, которые сжигают сланцы горючие, кукерситы, вон на северо-востоке. И вот эти вот, как говорится, выбросы, они учитываются в пересчете на всех жителей Эстонии. И вот поэтому у них такое большое количество углекислого газа. А возвращаясь вот к Индонезии, которая сжигает листья, насколько вот сжигание, скажем, у нас прошлогодней травы или листьев, знаменитая песня Боярского «Листья жгут, как прощальный салют», вот насколько это наносит ущерб экологии? А то это, оно ущерб такой очень интересный. Дело все в том, что все, что вы, все листья, которые выросли и в процессе своего роста забрали углекислый газ из атмосферы, как только они опали, они будут сожжены, либо они сгниют, этот углекислый газ опять в атмосферу вернется. То есть сжигай, не сжигай, а все равно. Да, то есть теоретически получается, что бы нужно было сделать? Нужно было бы эти листья спрессовать и в какие-нибудь глубокие подземные шахты замуровать. Вот тогда бы, что называется, мы бы действительно с помощью этих листьев изъяли бы углекислый газ из атмосферы. У нас между тем звонок. Надо будет надеть наушники, чтобы услышать. Да, слушатели, здравствуйте, добрый день, ваш вопрос. Здравствуйте. А вот во Франции, в Париже, вот город Каштанов называется, да? И вот они сейчас обеспокоены тем, что вот каштаны, которые вот листья опадают, и их куда убирать? Оказывается, каштановые листья впитывают в себя вот эту гадость, которую выбрасывают наши автомобили. И они посчитали, что вот вывезенный мусор от листвы, это примерно 10-15 тысяч тонн вот этой заразы. А как у нас, например, в Латвии с этим борется? Куда эти листья вывозят? Где их сжигают? Где их утилизируют?
Угу. Спасибо. Не, ну вот это как раз очень интересный вопрос, что с ними делают, с этими листьями. И совершенно справедливо, что ведь когда эти растения растут, они впитывают, ведь машины выбрасывают ведь не только, что называется, углекислый газ, это соединение азота. Раньше, когда бензин был этилированный, то это свинец, и металлы все равно остаются, хоть и вроде, казалось бы, в ничтожных количествах, но они присутствуют. Конечно, с одной стороны, говорят, что вот мы все переведем на электромобили, и наступит нам счастье. Но беда-то вся в том, что счастье не наступит. Есть еще одна проблема, о которой знают специалисты – это шины. Шины истончаются, и вот эти вот ничтожные частицы вот, микронного размера, они тоже витают в атмосфере, и мы ими тоже дышим. И, кстати, они тоже далеко не полезны. Вроде бы можно сказать, что их по объему меньше, чем выбрасывают выхлопные трубы, но, тем не менее, есть мнение, что они, по сути своей, гораздо более опасны. Вот как я сейчас начал понимать японцев, которые все время ходят в марлевых масках. Ну, тут вот, то есть, получается, надо сказать, что вот это опять история с Дели в этом году опять заставила говорить о том, что мы готовы броситься сейчас, вот как последняя новость была Deutsche Welle, запретить пластиковые пакеты. Ну, запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Нет, абсолютно нет. То есть, а с другой стороны, кто сейчас возьмет на себя смелость в той же самой Европе заявить о том, что индусы должны завязывать со всем этим сжиганием этой травы? Потому что ведь и соломы индусы скажут, им вообще кушать надо. Кто их будет кормить? Вы? Вот. И все разговоры на этом останавливаются. Потому что пока идет разговор о богатых странах, которые могут себе позволить всевозможные экзерсисы вот, в области замены одних продуктов на другие, транспортные и прочее, то, как говорится, тут можно играть в свои игры. Но как только мы выходим в так называемый третий мир, то там уже разговоры совершенно другого рода. Ведь не случайно, когда еще Парижская соглашение готовилось, ведь говорили о том, что богатые и развитые страны должны вкладывать деньги в то, чтобы каким-то образом решать ситуацию с экологией в странах развивающихся. А кто теперь развивающаяся страна? То есть, на самом деле, торги идут нешуточные. Потому что никто не хочет платить, и все хотят наоборот, как говорится, либо меньше платить, либо вообще что-нибудь еще дотационное получать. И вот эта вот солома, которая, из-за которой всю неделю задыхался Дели, она как раз и стала тем самым запалом новых дискуссий по данному вопросу. И я хотел отметить, что ведь... Вот смотрите, рассказ о том, что сколько какая страна выделяет. Ведь тут же нужно учитывать, что ведь кроме того, что еще выделяется углекислый газ, этот углекислый газ каким-то образом можно ведь и, что называется, поглощать. Появилась инициатива, опять про нее стали говорить, посадить 20 миллионов новых деревьев. Но дело все в том, что когда об этом говорят, что вот мы их посадим в северных странах, это не представляет особого интереса, ну, с точки зрения экологии, потому что дерево поглощает углекислый газ, когда растет. Ну, вот оно весной активно росло, пока оно молодое, а потом все стопорится, скорость поглощения углекислого газа уменьшается. Получается, что нужно что-то делать в тропиках, где тепло, где есть вода, где все это растет, что называется, палку воткни, а что мы видим в настоящее время? Вот новый президент Бразилии, который открыто поддерживает рубку сельвы с тем, чтобы там можно было бы развивать какие-то экономическую активность. Ну, для них это, например, важно, потому что населения много, нужно чем-то... кормить людей. Ну, нет, ну вот, вот это интерес. Его критикуют, но сделать ничего невозможно. Его ж формально демократическим путем выбрали. Демократическим. То, что, конечно, это еще тот самый перец, да, вот, но это дело, как бы, с одной стороны, дело бразильцев. А с другой стороны, вроде бы, ухудшается-то ситуация на всей планете. И вот это тоже вопрос, который уже начинает маячить. А что делать в том случае, если действие какой-то страны наносит ущерб всей планете?
имеет ли право, так скажем, остальная планета призвать вот эту страну к порядку, ну, даже это... если руководство выбрано демократическим путем. Пожалуйста, пример коммунальной квартиры, когда начинает сосед жарить картошку у себя в комнате. И а этот чё лучше рыбу? Или рыбу, да, вот и запах по всей квартире, я думаю, тут же к нему прибежит соседка и устроит ему такой нагоняй, несмотря на то, что эта жилплощадь принадлежит ему. Здравствуйте. Добрый день. Вот я не помню, кто у вас на балконе выступал, но он говорил, что изготовление бумажных мешков намного больше тратит материала, энергии, сырья, то есть пластиковые мешки намного быстрее делаются и намного меньше материала. То есть тут еще и деньги с этими бумажными мешками. Спасибо. Да, это есть два исследования. Я, например, точно знаю два исследования, датское и финское, которые подоказали о том, что если учитывать все, так сказать, виды нагрузки на окружающую среду, то, конечно, пластиковый мешок – это самый экологичный вариант. Да? Но дело все в том, что принципиально какие-то серьезные делать изменения – это же действительно только, что называется, открыть ящик Пандоры. И все политики в той же самой Европе, они, с одной стороны, хотят это делать, это модно сейчас, а с другой стороны, прекрасно понимают, что начни что-то делать быстро, и вот тут-то мы все, как говорится, столкнемся с большими неприятностями. Даже вот сейчас говорят о том, что Германия будет увеличивать производство электромобилей. И кто бы спорил, ведь гораздо лучше, когда ездят по городу машины, которые не выбрасывают вонючие газы. Ну кто? Никто с этим не спорит. Но вопрос-то заключается в другом, о том, что на заводах, где делают двигатели внутреннего сгорания, работают сотни тысяч рабочих, которые умеют делать что? Двигатели внутреннего сгорания. Двигатели электрические делать технологически проще. Это более автоматизированный процесс. То есть рабочих для заводов, которые делают электромоторы, нужно гораздо меньше. Что делать с теми рабочими, которые мало того, что им нужно будет их переучивать, платить им пособие, но так они не нужно забывать, что они еще и избиратели. И они просто-напросто могут взять и вас не выбрать в следующем электоральном цикле. А при новом электоральном цикле будет принято решение о том, что мы снимаем, условно говоря, ограничения на въезд автомобилей с дизельными двигателями, и что тогда? Вот это очень большая проблема, я вот тут как раз опять возвращаюсь к тому, что... Но очень нужно четко все понимать, что то, что нам кажется на поверхности, вот кажется, что вот Финляндия – страна экологически чистая. Но сами финны говорят, погодите, если нас посчитать на душу населения, то мы практически такие же, как Россия. Вот. А шведы гораздо меньше. Почему? И они отвечают. Он говорит, у нас, у финнов, все-таки большая доля переработки сырья. Тот же лес. Не нужно забывать, что Финляндия – это крупнейший поставщик хрома на европейский рынок. Да? Вот. Финляндия – крупнейший добытчик золота в Европейском Союзе. И дальше идет по таблице Менделеева. Да? Вот. То есть, это не страна пустая, отнюдь нет. Вот. А вот Швеция как раз, если не считать ее Кируна-Вары, да, то в Швеции как раз развита финальная стадия производства. Уже мы знаем про автомобили шведские, вот, но мы не очень слышали про автомобили финские, так ведь, да? Угу. Вот. То же самое, что мы знаем очень много продукции, пилы, там все, которые делают в Швеции. У финнов замечательные свои товары, и они ими гордятся, но они сами признают о том, что у шведов больше финального производства, а его можно сделать безуглеродным. И шведы это делают. И финны, в общем-то, в известной мере говорят, что мы должны идти шведским путем. То есть, в принципе, что очень приятно. Смотрите, Латвия в два раза меньше, чем Китай на душу населения выбросы, и в четыре раза меньше, чем Эстония. Почему так? А потому что у нас нету больших мощных теплоэлектростанций. У нас, что у нас есть, это электростанции, гидроэлектростанции. Так вот, дополнительное электричество мы закупаем.
Вот она, как говорится, источник. Машин у нас не шибко больше, чем в той же самой Эстонии или Литве. Поэтому Латвия, а и при этом надо отметить, что у Латвии очень большой процент площади страны покрыт лесами. И, кстати, наши латвийские лесники и говорят о том, что почему мы не учитываем и не говорим на всех, что как раз мы крайне зеленая по европейским меркам страна, больше, по-моему, 45% территории чем-то заросло. Можно спорить качество растительности, да, допустим, вырубили хорошую сосну, растет там всевозможное, там разнолесица, пересортится. Но, например, тот же эколог может опять же сказать: так это хорошо, что она растет, потому что она в этот момент, сейчас пока растет, она много углекислого газа потребляет. То есть вопрос в чем? В том, что какого-то однозначного решения про этой проблемы нет. А тем не менее, я еще раз повторюсь, у нас приближается начало декабря, когда в Мадриде откроется новая конференция по изменению климата. Испания уже, по-моему, как говорится, фрегат снаряжает, чтобы забрать Грету Тунберг из Америки и привезти ее в Испанию, потому что она самолетами, как известно, не летает, пароходами не ходит по морю. Да? Вот. И там как раз этот вопрос будет опять поднят. Кто должен платить за изменение климата и за все мероприятия по сокращению, так скажем, вредных выбросов? Ну, вот это наша огромная коммунальная квартира, где действительно все переругались по этому поводу. Все-таки должны ли платить самые богатые? И учитывая, что оказывается, ну, вот судя по всевозможной статистике, оказывается, что бедные страны ухитряются внести свою вот такую печальную лепту в загрязнение планеты. Вот они бедные, но они многочисленные. Вот в чем проблема-то получается. Бедный не означает, что он не выбрасывает углекислый газ. Наоборот, он выбрасывает. Несколько лет тому назад была замечательная статистика. Количество керосина, который в Африке сгорает в керосиновых лампах, если кто помнит, есть такие керосиновые лампы, да, соизмеримо, то есть соответствует количеству керосина, который сжигает вся гражданская авиация США, самая большая в мире. Самолеты есть, но миллионы, десятки миллионов людей в той же самой Африке и в других бедных странах освещают свои жилища керосином. А я хочу напомнить, что, условно говоря, в экваториальной зоне день равен ночи практически круглый год, по 12 часов. То есть, ваша ночь там 12 часов, и вам как минимум 6 часов или это как минимум 5 часов в сутки нужно что-то жечь, чтобы освещать свое жилище. Вот и все. То есть, а это тот же самый керосин, он точно так же выходит в атмосферу. Вы выжигаете площадки, чтобы посадить какой-то там свой сорго, маниок, что угодно, батат, вот. Потом сухую траву тоже сожгли. Вот. Вы бедный человек, у вас едва у вас средства, чтобы прокормиться, но в атмосферу все это улетает с той же самой скоростью, как если бы это сожгли, например, на улицах Парижа или где-нибудь в Риге. Вот это проблема, перед которой стоят все. И тут все боятся сказать одну принципиальную вещь о том, что если мы начнем планировать количество углекислого газа, который, так скажем, можно выпустить в атмосферу, потому что это поедят растения, мы должны тогда будем ввести квоты на потребление. То есть, условно говоря, у каждого человека будет персональный счет на потребление столько-то, как сказать, на право выбросить в атмосферу столько-то, условно говоря, килограммов углекислого газа. Талончики такие. Только вот мы помним, лет 30 назад были талончики на право купить что-то, а тут будут то же самое на право купить. Хочешь купить, то, условно говоря, новый смартфон, а у тебя талонов нет. Все, кончились талоны, потому что слишком много ты летал на самолете.
При каждом полете у тебя будут это, купончики-то отрезать. Ну, тогда придется кооперироваться с соседями, ведь как раньше было, там, я тебе талон на мыло, ты мне талон лишний на водку. Да замечательно, откроется замечательная вещь под названием «Черный рынок талонов». Вот, это же... и самое интересное, что специалисты-то все это прекрасно понимают. А с другой стороны, как уйти от этой плановой экономики нового типа? Казалось бы, только 30 лет тому назад сказали, что все, конец истории, что все, социализм, плановая экономика, она рухнула. А сейчас вот эта идея планирования экономики, планирования выбросов и ограничения вырастает новым, так скажем, пышным цветом. И если раньше это было красное знамя, то теперь это знамя, ну, скажем, экологично зелененькое, да, вот салатового цвета. Но факт остается фактом. Речь идет о том, что перед нами впереди маячит новая реинкарнация плановой экономики, которая будет связана именно с необходимостью учета выбросов для каждого продукта. Ну что же, действительно, вот об этих темах мы, наверное, поговорим уже в следующих программах. Константин Рангс, журналист и специалист по климату и экологии, сегодня был у нас в студии. До встречи в следующую пятницу после 12 часов.